Сахалинск! Добрый вечер, город красавец! Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня самым главным праздником нашей страны и всего мира вас поздравляет академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД Российской Федерации. Главный хормистр ансамбля, заслуженная артистка России Людмила Богомолова, дирижер, руководитель оркестра Алексей Мазанов, главный балетмейстер ансамбля, народный артист России Анатолий Радюк, начальник, художественный руководитель и главный дирижер ансамбля, лауреат премии МВД в области искусства, народный артист России, профессор, генерал-майор Виктор Елисеев. Священная война. Народный артист России Владимир Романов. Вперед солдат.
Скалистые горы. Солист, заслуженный артист России Виктор Громов. Дирижер, руководитель оркестра Алексей Мазанов. Мы вышли в открытое море, суровое.
Но давайте сейчас, дорогие друзья.